довольны, если они сами такие сумасшедшие. Они боятся некроморфов. Ладно, пускай дохнут тогда. Что у нас? Что-то положили. Цепь опять модернизации какой-то. Куда нас направили? Я что-то не пойму. Куда-то назад вообще далеко. Удивительно вообще. А, вот сюда, наверное. Да. Тут дверь была закрыта. Это я точно помню. Что-то хрустит. Ага. А что у нас, интересно, появилось? Ключ только... А, да, она нам дала. О, это эти из второй части, мило быстрые бегающие твари. Ну, кстати, вот они, видите, вернули их. Напоминалка такая. О, давайте почитаем. Сейчас по-любому что-нибудь про них будет написано. Сегодня в первом комплексе произошло серьезное ЧП. В результате схода ледника погибли 23 рабочих, потеряно 2 трактора и 2 недостроенных здания. Первоначальные исследования, согласно подписанию протокола, проводились с помощью метрических зондов. А, вот зонд этот. Нет, про них ничего не написано. Это дверь или вот, да, это вообще лифт. Я думаю, мы туда залезать не будем. Во второй части. В каждой части есть какие-то штуки, которые в дальнейшем уберут в последующих частях. А че это они испугались-то? А как я так близко подошел? Так, ладно, куда нам? Нам к ним, конечно, куда же еще-то? Сюда сначала сходим. Тут у нас для нашего бота есть работка. Бляха ты, муха. Охренеть тут, конечно. Честно, бот телепортируется или как он находит станок? Ну тут и погода вообще. Ничего не видно. А что там интересно? Ладно. Блин, я заблудился. Ой, отлично. Ну ничего, у нас есть вот локатор. Чудо техники. Так. Мы вышли. Немного потеряли времени, но ничего. Ну, чем ты нас порадуешь? Да ничем он нас не порадует. Он радует только тем, что он дохлый. Чё, думал, успеешь? Ух ты, гад, смотри, я думал, он это... Обалдеть. У Айзека сердце вообще стучится. Полупроводник 25. Смотри, тут реально какие-то вот раскопки, видимо, велись. На тракторы. Так, кто тут выглядывает? Нормально, материалы нам дают, это здорово. Началось. С первого патрона, нормально. Так, стазис, я так и не понял, почему он не рабочий. Вообще издеваются над нами. Откуда у нас аптечки? Не, ну это круто. Это средний уровень. Средний уровень сложности. Может попробовать, конечно, на сложном сыгрануть. Тихо! Очень убойный зонд. Для того, чтобы вы перезаряжаетесь, у вас остаток в обойме не выбрасывается. Это нужно знать. Блин, а он туда свалился, да, этот засранец? Ну чё, хочешь полетать? Я тебе обещаю мягкую посадку. Ну, тут не было. Не так страшно. Потому что во второй части там... Так, тут у нас патроны и артефакт какой-то, да? О, артефакт юнитолога. О чем тут пишут эти помешанные фанатики? Так, обелиск такая же часть природы, как деревья, как
Голубое небо, как океаны, которые мы погубили. Но правда, если принять ее, способность исправить ошибки, как только мы уничтожим то, что творит человек, истинный план обелиска вновь расцветет. Сейчас лишь один человек способен нам помешать, Ази Кларк, если обелиск действительно зародил... А, нет, обелиски действительно зародились тут. Наш долг остановить Кларка, который угрожает нашему спасению. Следы есть от нас? Да, есть. Аптечка, преобразователь. Как много всякой информации в этой игре находится. Возьмите, к примеру, вот текстовое сообщение. Так, все. Опять текстовое, вы гляньте. Ну, я быстренько пробегусь. Так. Баба! Чё, патроны? Ну, замечательно. Помню, во второй части уровень сложности поменял, так я сдох сразу. Ну правда, чуть как не рассчитал. Тут какой-то вот преобразователь. Да это какая-то типа силового узла штука. Подожди, а... Фильм повторяется, видимо. Просто титры уже закончились. Представьте себе, нам еще и назад переть. Ну, я знаю, что тут будет. Так, бота у нас нет. А звук есть. И еще. Здесь не так страшно, потому что нет неизвестности. Нет той дичайшей тишины. Ну, ничего, можно вот так зайти и спрятаться. Наверное. Я вижу уже ящик. Полупроводником. Так, харе, харе. Чё за музыка, чё за биение сердца? Ещё есть. Свидание. Я их уже всех тут находил. Чаще. Ох ты, ладно. Да у вас нет шансов, ребят. Вау, 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 смотри, какой крепкий. О, он повесился. Завались. Я не знаю, что я там подобрал. Ну. Можно, конечно, стазис использовать. Все, идем дальше. Подожди, сейчас вот этого. Так, вот теперь патроны влазят. Нам вон туда, да? Значит, сейчас кружочек навернем. Вот ждет на станке. Ну, замечательно. Наверняка станок. О, смотрите, станок там где-то. Так, это какие-то лампочки. Аптечку не влазит. Это что за лаги? Благо ресурсы влазят. Вообще, просто... бесконечность. Патроны. Так. Ну, конечно, может быть, я ящики где-нибудь пропущу, да? Я вот на видном месте. Но ничего страшного. Здесь у нас дверь закрыта, я так понимаю. Но наверняка... можно быть туда как-нибудь идти. А это после того, как сходим вот сюда. Так, добро пожаловать. Я не знаю, что это. Так, конечно, сложность возрастает по мере
увеличение уровня. И, соответственно, для пальчиков. Давай, давай сюда. Разминка. Ну, координация, координация. Для координации. Все-таки попробуйте рисовать круг левой рукой и правой рукой треугольник. Сложно. Здесь типа такой же фигни, но здесь не обязательно все делать одинаково, да? Так, все перезаряжено. Hey guys, whatever they were experimenting on here, it looks like it got up and took half the warehouse with it. Oh no! What about the sensor pods? Three pieces, right? Well, it's a long shot, but I'll take a look around. Так. Так, чё, какие лаги? Так. Обновление Windows. Понятно. Тормоза начались из-за чего? Загружался. Так, вот тут схема, ну, не влазит, не беда, чё, аптечка маленькая всегда есть. Как же стазис еще он полно. Ну, все это быстро очень расходуется, когда надо это. Итак. Значит. Что это, интересно? Какой-то механизм, да. Давайте его раскрутим. А, это лифт. А, это клетка. Что это, кстати? Там что-то... А, там, наверное, это часть зонда, часть чего-то, короче говоря. Так, лежит. Находится вон еще вторая. Ну, началось. Все ясно. Спускаемся прямиком. Вы сами знаете, куда. Я бы тоже туда хотел залезть, посмотреть, что там, как там устроено. Вот еще и третья часть. Итак, первый вариант зонда. Найдена одна из трех. Так, это патрон. Ух ты, ёлк. Смотрите, сколько тут добра, что тут за мясо будет? Что мне так все щедро дают? Найдена вторая часть. Так, вот у нас нету. И давай. Ты чё, охренел? Есть, и найдена третья, да? I think I've got all the parts for the sensor. Excellent. Do you think you can reconstruct it? I just need to find a bench and call up the blueprint. It shouldn't be too difficult. Отлично, мы сейчас как раз идем в ту дверь, которая была закрыта. Ну, где эти быстробегущие твари. Так, отсюда надо побыстрее сваливать. Потому что... Если они сейчас все повыпрыгивают... Вот из этой вентиляции. Давайте, раз, два, три. Никого. А как? Тут же я слышу звук бота. Что его здесь можно оставить. Но у нас нет бота, возвращаться сюда я не очень хочу. Хотя здесь недалеко достаточно. Да, вот соседняя дверь, но все равно неизвестно. Бляха-муха, вот для чего они на патроны пихали. Язву сбил. Отлично, завались, чувак. Сейчас вот это возьмем. Если он сейчас снесет ящики, это будет не очень круто. О, а как быстро отстреливается эта говняшка его. Ну, в принципе, ничего сложного не должно быть. Если только мелкие уроды какие-нибудь нам мешать. Но эти ящики, я надеюсь, он не будет сносить. Так, давай, где ты там? Что там произошло? Он родил кого-то там, походу. Падла, смотри, что делает. Волота, а? Нет, ты, блядь. Прячет еще. Давай, я не зря достал плазменный резак. Вот таким вот образом в тебя фигачить. Чихонь, стреляем вот этого розовый вот. Хрень. Давай, зажим, дичайший, слушайте, какой-то он, какая-то у него эта хрень слабая, но это радует, но очень их много. Ух, очень, уж очень их много.
то, что нам сейчас придется возвращаться за патронами. За это. Да-да-да. Падла, посмотрите, что он сделал. Он на меня вообще напрыгнул. А может свалить? Нет, свалить отсюда, наверное, не надо. Смотрите, эхо где-то отдается, слышите? Сдох? Нет. Ой, что это, он промахнулся, что ли? Он сзади, да? А, он уполз, сволочь. О, смотрите, нам сюда нельзя. Ну, значит... Someone with a trail of flares and they're still burning. Oh God. You don't think Danik and his men are... Find out. Ха-ха. Так. Ну это дополнительное задание, ребята. Чё вы хотите? Но это искушение. Давайте просто зайдем туда. Надеюсь, выйти. Можно мне туда? А давайте лучше просто к станку подойдем. Сейчас бота загрузим. О, сборка. Блях, муха, чуть такое. Ну вот сюда. Найдена новая цепь. Продолжить, продолжить. Итак, второй бот, видимо, да? Новая. Зонт какой-то. Это оружие не может быть изменено. Замечательно. Замечательно, господа. Замечательно. Патронов. Полно вроде бы. Еще надо жахнуть. А что новое? А, понял, все. Wow. This looks pretty lethal for science equipment. So what do I do with it? The research says the scientists took their readings internally. So, I guess we have to pry open the specimen's belly? Well, that would explain the harpoon guns. Oh, good. Тут, много ценностей. Так. Наверное. Ну, я не знаю, надо ли это... Ну, оно долгое, наверное. Скорее всего. И, мне кажется, затратное. Стоп. Задача у нас. Основная. Ну, ладно. Я не хочу просто, блин, я не знаю. Можно, конечно, потерять немного времени, попробовать. Но обычно эти задания, они очень... Они по мне, мне кажется, я вот... А что они какие-то долгие есть. И достаточно затратные. Не знаю, может, типа ресурсов много тратится. Ну, или какие-то сложные, вот такие вот длительные. Так, это вот повторение записи. Так, стоп, а второй-то бот. Сейчас пособираем патроны, можно было... Ну, хотя нет, закупали, ну ладно, нормально. Чё это, блин, падла какая-то на меня... Так, стоп. Я где-то в другом месте. Хорошо, что сюда подошел. А, в другом месте, видимо, там. Внизу. Были 870 патронов. Ой, что...